Привет всем фанатам, привет футболистам, Рамзану Кадырову и журналистам, Владимиру Путину тоже салют. И всем от души я про футбол трек дарю. Зовут меня просто Семен Баянист. Лобаю на баяне, но в душе футболист. Мой голос — это клич сибирского народа. Мы топим за наших, Россия вперед! Это наше решение. Ворота противника — это мишень. Футбол — это игра, но для нас это жизнь. Команда России, вперед, только ввысь. Саратами мы сыграли блестяще. 5-0 — это в натуре счет подходящий. Еще немного стоит нам поднажать, и скоро в плей-офф сможем всех разорвать. Как Лев Яшин, народ, футболисты, вы так далеки. Покрепче в раздевалке шнуруйте шнурки. И ты, футболист, как мяч не крути. Тебе еще далеко до 65, но ты не унывай и работай над собой. А пока вместе с нами эту песню пой.